Овны, возможно, что вам понадобится перезагрузка, отдых и временная изоляция. Ни в коем случае не влезайте в конфликт, и весь негатив выльется на вас. Тельцы, необходимо держать свои чувства и эмоции под контролем. Этот день покажется чересчур изнурительным. Поберегите себя. Любовные отношения на высшем уровне. Близнецы, полезно провести этот день на природе, подышать свежим воздухом и отдохнуть. Работа не убежит. Спор на финансовую тему затянется до вечера. Раки, в работе бешеный ритм, но иного пути нет. Придется трудиться не только за себя. Отношения с избранником зашли в тупик. Сделайте паузу. Львы, судьба не оставит без сюрпризов. Обращайте внимание на мелкие подсказки. Романтическое знакомство изменит личную жизнь одиноких людей. Девы, коллективный труд увеличит потенциал, поэтому беритесь за проекты без задержек. Ограничьте потребление калорийных продуктов, кушайте фрукты и овощные салаты. Весы, день запомнится не только успешными делами на работе, но и гармоничными отношениями с партнером. Ожидается дальнее путешествие, масса приятных предложений. Скорпионы, вы будете умышленно подгонять этот день. Усталость накатит уже с утра. Опасно заниматься вопросами, связанными с документами и вложением денег. Возможны серьезные ошибки. Стрельцы. Любая сфера обречена на успех, но при условии зоркости во всех делах. Придется быть чересчур метким, чтобы попасть в цель. Козероги. Ни в коем случае не обременяйте других людей решением личных проблем. Вы сами в силах определиться. Не стремитесь к идеалу, если находитесь в поиске второй половинки. Водолеи. Звезды рекомендуют подальше держаться от авантюрных предприятий. Кто-то из коллег будет умышленно подталкивать к риску. Продумайте все до мелочей. Рыбы. Придется полностью погрузиться в бытовые проблемы. В любовных отношениях не ждите утешения в свой адрес. Будьте нежнее к партнеру. Откажитесь от критики.